дети на свете. Они для нас, как яркие цветы. А есть еще особенные дети. Они как ангелы, целители души. Они в наш мир не зря приходят. Всевышний посылает ангелов, детей, особенных детей, как испытание вроде, а в самом деле, чтоб лечить людей. У ангелов детей нет крылышек, конечно, но загляните им в глаза, там столько доброты беспечной и чистая, как ангела душа. Друзья, приветствую вас на главном благотворительном проекте. Мы можем! Аплодисменты всего зала открываются. Тут же не смолкаем. Как вас много. Громче, громче, громче. Хочу вас слышать. Все, спасибо!
Итак, ну что же, дорогие друзья, я действительно вас приветствую. Хочу сказать, что мы решили начать наш фестиваль именно с этой песни в исполнении Даниила. О нем я вам расскажу спустя некоторое время, а сейчас я попрошу искупать в овациях артистов. Творческий коллектив детей и молодежи с нарушением слуха «Ангелы надежды» Департамента культуры города Москва. Аплодисменты. Детская эстрадная студия «Шумные дети» под руководством братьев Шумковых. Ваши аплодисменты им. Ну и, конечно же, аплодисменты Центру искусств «Гжель Старс» при Московском государственном академическом театре танца «Гжель». Ну и вокалисту Даниилу Хачатурову погромче, чтобы точно он услышался.